Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что уникальный суперкар с обвесом, вдохновленный миром автоспорта. От возмутительного стиля до мощной силовой установки V12 и потрясающих характеристик, Lamborghini Aventador SVJ совсем не скучный. Но это не мешает одному счастливому владельцу повернуть ручку регулировки громкости до 11 на своем Raging Bull. Поздоровайтесь с IC18 Alston, который идет с гоночной аэродинамикой и готовностью к гоночной трассе, чтобы отличать его от своих более стандартных собратьев. И хотя он предназначен для использования на гусеницах, IC18 Alston по-прежнему разрешен для использования на дорогах, сочетая лучшие из обоих миров в гармонии с крылом. Aventador с большим количеством вентиляционных отверстий, достойных поклонения. Особенностью IC18 Alston, разработанной при участии центра настройки Centra Style Lamborghini, является его экстремальная аэродинамика, которая полностью уникальна для этой модели. Начнем с передней части, где мы находим новую лицевую панель со свежими воздухозаборниками, взятыми от Huracan GT3. Острые корпуса фары сохраняют форму Aventador и хорошо смотрятся с лопаточным носом. Вы также заметите, что высота дорожного просвета не особенно удобна для дороги. Он парит над землей, с дорожным просветом всего 109 мм, 4,3 дюйма. Перемещаясь в сторону, мы видим, что профиль напоминает Huracan Super Trofeo. Углы заполнены 20-дюймовыми колесами спереди и 21-дюймовыми колесами сзади, оба из которых оснащены механизмом блокировки с одной гайкой в гоночном стиле. Однако самое большое обновление находится в задней части, где IC18 Alston получил огромное крыло из углеродного волокна, а также множество механических регулировок для различных уровней задней прижимной силы. На задней крышке двигателя также есть набор из 12 вентиляционных отверстий, по одному на каждый цилиндр, которые помогают поддерживать работу силовой установки при оптимальных температурах, функция, которая была протестирована в гонках на выносливость, на доказанный высокий уровень рассеивания тепла. И не забудьте новую выхлопную систему, чтобы издавать радостные звуки. Великолепные внешние панели из углеродного волокна, покрытые оттенком Grigio Daytona и украшены красной трафаретной печатью для отделки салона и гоночных номеров. Внутри кабина покрыта обивкой Nero и Alcantara с вышивкой, крестиком Rosa Alala. Ковшеобразные сиденья сделаны из углеродного волокна, а на борту есть телеметрическая система, которая помогает пилоту уточнить время прохождения круга. Lamborghini IC18 Alston основан на Aventador SVJ, и поэтому он снова имеет легкое шасси из углеродного волокна. Тем не менее, Lambo указывает, что эта модель имеет даже меньший вес, чем стандартная модель, хотя производитель отказывается предоставлять подробности. Тяга снова обеспечивается Pirelli, на этот раз с резиной E-Zero Corsa, обертывающей колеса большого размера. Не обремененный правилами автоспорта, IC18 Alston демонстрирует невероятную мощность, благодаря 6,5-литровому двигателю V12 Aventador без надува. Уровни выходной мощности рассчитаны на стандартные 770 лошадиных сил при 8500 оборотов, минуту и 720 нанометров, 531 фунт-фут, крутящего момента при 6750 оборотов, минуту. Трансмиссия представляет собой семиступенчатую автоматическую коробку передач с независимым переключающим стержнем. Подключение к асфальту осуществляется с помощью высокотехнологичной системы полного привода, разгон до 60 миль в час за 2,8 секунды, а максимальная скорость 210 миль в час. Вы заметите, что максимальная скорость IC18 Alston немного ниже, чем у стандартного Aventador SVJ, что без сомнения является результатом дополнительного сопротивления, создаваемого этим гигантским задним антикрылом. Lambo отказался предоставить какую-либо информацию о ценах, но учитывая, что стандартный Aventador SVJ начинается с колоссальных 517 770 долларов, можно поспорить, что этот сделанный на заказ суперкар был не из дешевых. Нам нравится новый аэродинамический дизайн снаружи, и мы думаем, что он выводит и без того возмутительный Aventador SVJ на совершенно новый уровень качества. Мы также хотели бы получить полное представление об этой кастомной выхлопной системе.
и хотя это довольно дорого, мы надеемся, что владелец хоть раз решит растянуть ноги C18 Alstom на правильной трассе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.